Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район торгового центра Аланию. Это где-то оба текстили между ними. Тут у нас в люксовом проекте, который был сдан в 2015 году, продается 4-комнатная квартира с открытой террасой. Всю инфраструктуру я постараюсь потом отснять вам. Она вот здесь внизу. Так, хочу показать, что у вас, если вы купите здесь сосед, у кого садик. Специально посаженные, все деревья есть. Также вы можете сделать здесь открытая терраса, которая относится к этой квартире. Вот. Такая большая. Очень большой открытый бассейн. Туда я спущусь. Здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Мебель подуставшая, но нужно поменять многое. По очень хорошей цене. Это вообще считается один из престижных мест в Алании, так как торговый центр Аланию рядом. Расстояние отсюда до моря 1320 метров максимум. Это у нас прихожая. Покажу вход. Вот такой вход. Квартира не находится на земле, она снизу есть там инфраструктура. Что это не цокольный этаж. Так, здесь у нас первая спальня. Детская. Кондиционер фирмы Арчевик. Двойные окна. Теплый пол также есть в квартире. С левой стороны у нас гостевая комната. Можно сделать спальню. Снова теплый пол. Так, здесь у нас первый санузел с душевой кабинкой. Так. Здесь у нас хозяйская спальня. Везде теплые полы. Тут у нас балкончик. Так. Здесь фабрика именно производит окна, дерево, там ламинат с той стороны. Так. Есть открытая парковка. Тоже кондиционер Арчевик, а здесь у нас санузел. Проточный водонагреватель, он хороший, фирма Вайланд. Здесь у нас ванна. Стиральная машинка Bosch. Итак. Подведем итог. Дорогие зрители. Айдат здесь годовой 5200 лир на данный момент, следующий год он изменится. Инфраструктуру я сейчас буду снимать, не закрывайте ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, и комментируйте. Цена этой квартиры 108500 евро. Это очень хорошая цена для вот этого района и для 4-комнатной квартиры. Проекте со всей инфраструктурой. Так, дорогие зрители, я пошел дальше снимать. Не закрываем ролик. Так. Здесь у нас два лифта. Спускаемся вниз. Угу. Здесь подъемное место для ящик. Здесь у нас вход на открытую парковку.
Так, здесь 4 блока. Ага, зона барбекю. Все, сейчас увидим. Огромная территория. Тут два проекта, первый и второй. Можно также пользоваться инфраструктурой того проекта. Вот такое здание. Зона барбекю. Большой бассейн. Так. Вот зона барбекю. Столько лимонов. Надо один съесть. Извиняюсь. Захотел витамин С. Прямо скажу, очень полезно для здоровья. Крытый бассейн работает. Я вижу, как люди купаются. Так, здесь даже есть парикмахерская, которая не работает. Открыто с 8 до 10. Вот такой открытый бассейн. Открытый бассейн. Или тоже все по времени. Так. Здесь пилатес-салон. Аэробика написано. Света что-то не то. Из-за пандемии много чего не работает. Skin Carrefour. Что тут темновато. Короче, есть спа-центр. Не знаю, уже должны запустить. Или работает в субботу, в воскресенье, вот так по графику. Так, всем пока-пока.